Куда вы пришли? Мы пришли на Мави! Уху, спустя 100 лет! Приветики! Приветики! Здравствуйте, здравствуйте! Что вы здесь делаете? Бухаем. Бухаем или отдыхаем? Отдыхаем. Отдых. Отбухла. Потому что... Короче, здесь единственный цветочек магнолии остался. Посмотрите, посмотрите. Вот он один. Выживший, я не знаю. А вон еще один. Странно. Она же цветет весной. Здесь такое количество цветов. Просто. Вот какая офигенная лаванда. Красота. Сегодня прохладно, не жарко. Свежий воздух. Водичка не работает, чтобы всякие инфекции сюда не лезли. Так как у нас пришли в кафе. Чего? Это бабушка, знаешь? Ребята уже сделали заказ. А я не знаю, что мне можно. Короче, капец просто. Даже не знаю, что выбрать абсолютно. Тяжело, когда кормишь грудью. Попью чай. Вкусного? Да. Сучка. Ты нас ненавидишь? Я вас ненавижу. И презираю. Ничего, дома тебя кролик придет. Ну ты будешь стройная, а мы нет. Ага. Ну то вы будете довольны, а я злая. Мальчик, мальчик, а вы не лопнете? Капец. Невкусно. Хотите шуточку? Вечериночка. Вечериночка. А теперь живите с этим. Да. Так постоянно. Вечериночка. Не? Ракета бомба туда. Хоть не умеют. Почему время потрачено, плачу я, мы сидим под даном, да, прячемся в чатиках, у нас все схвачено, где-то в груди стучит пам-парам. Просто закрой окно, пусть нам не везло, скоро мы будем далеко, далеко. Просто открой окно, снова припекло, закат в очках за розовым стеклом. Катались, короче. Нас остановила полиция за превышение скорости. Вот такая вот обидка, блин. Мы прорвались в наш парк, который все никак не открывают. Но люди решили сами сюда ходить. Срывали сетки. Сколько можно ждать? Траву уже здесь покосили. Может, скоро и ворота откроют. Пора бы уже. Догоняй Даню. Даня, Даня. Утик. It's on your mind, and then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Единственное, что здесь не хватает тенечка. Деревья молодые посадили, маленькие, и как бы особо тени они не дают. Но все равно, мне здесь очень-очень нравится. Входы закрытые, а людей полно. Вот так вот, терпеть мы не умеем.
И мы тоже. Здесь паркур-площадка и турники, на которые Женя будет ходить заниматься. Точнее, уже начал ходить. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Я чего-то Марсика, я буду заниматься. Вот так вот. На турничках. Давай, Марсик. Марсик не хочет. Ну, понятно. Иди сюда. Кто дурачок? Давай, где Женя? Иди к Жене. Нет? Трюкач. Что это, вы здесь уже отдыхаете? Да. Марсик, что ты распластался? Мы отдыхаем. Да? Скоро будешь бегать. Обалдеть, какая красивая гортензия. Блин. Красота просто. Везде разные цвета. И такие нежные. Блин, вообще я обалдею. Супер. Мы только что ходили в аптеку за прививками. Прививки нужно покупать в специальный термопакет и донести домой в течение часа и хранить в холодильнике. Ну-ну, кто-то тут у нас проснулся, давно не кушал. Поэтому мы бежим домой. А вообще лайфхак, если не хотите нести домой прививки в свой холодильник, то можно в аптеке попросить, чтобы хранилось у них, и в день, когда вы едете на прививки, заехать в аптеку и забрать их. Вот так вот. Купили мы прививку от ротавируса Ротарикс. Цена 230 злотых. И прививка 6 в одном, чтобы не делать разные прививки. И я забыла точное название, здесь напишу. Как-то какой-то гекса. 180 злотых. Ну, это мы пошли в самую дешевую аптеку. Вот так вот. Завтра едем делать малышу коль-коль. Да. Да. Мы уже едем в поликлинику делать прививки. И странная закономерность. Каждый раз, когда мы едем в поликлинику, идет дождь. Та же самая тенденция была и с роддомом. Каждый раз поездка в роддом – это дождь. Странно, очень странно. Через три на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Понятненько. Когда по-быстренькому заехали на рынок. Это у нас вишеньки на заморозку, на десерты будут. Черешенки я буду пробовать кушать. Малинку еще не знаю. Возможно, это только Жене. Клубника тоже пока только для Жени и на заморозку на десерты. Домашние помидорчики. Огурцов накупила кучу, потому что Женя любит малосольные, когда я делаю. И зелень тоже я нарезаю и замораживаю в пакетиках, потом добавляю в супы, блюда разные. Очень удобно. И все домашнее, вкусное, и как оно обалденно пахнет. О, как сдержаться и не съесть это. Мы уже приехали с поликлиники, сделали прививки, блин. Даня так расплакался, прям слезками плакал. Ему было больно, когда делали укольчики. О, ужас, я сама чуть не разревелась. Это так тяжело, жалко, конечно, его. Ой, посмотрели, все хорошо, взвесили. Сказали, что у нас мальчик-кабасик, потому что сколько нам? Вчера было 6 недель, а мы весим 5,5 килограммов. Вот так вот грудное вскармливание решает. Хорошо поправляется, и это хорошо. Вот так вот. Сейчас вышли прогуляться. Женя остался дома,
Было только что солнышко, наладилась погода, но уже опять такие черные тучи вокруг, поэтому надо как-то идти ближе к дому, потому что не очень-то сильно хочется попасть с коляской. У Дани была сыпь, и мы как-то сильно напугались по этому поводу, начали педиатру звонить, консультанту по ГВ. Я почему-то подумала, что это аллергия на еду, и целую неделю я питалась очень скудно. Ну, прям гречка с индюшатиной, макароны с индюшатиной, кролик и овсянка на воде. Но, честно сказать, я чуть с ума не сошла. Так странно, люди на меня смотрят. Вроде не видели, как человек разговаривает с камерой. И что я говорила? И целую неделю я так плохо кушала. Это так морально тяжело, если честно. Я еле выдержала. И сегодня врач сказал, что, в принципе, это было все зря. Это не от еды, это обычное акне новорожденных. И тем более оно уже практически прошло. И нечего переживать, так что сегодня я выдохнула и со спокойной душой могу по чуть-чуть добавлять те продукты, которые мне хочется есть, потому что, честно, когда ты себя ограничиваешь и у тебя из-за этого плохое настроение, ребенку тоже от этого не слишком-то и хорошо. Поэтому теперь я буду счастливая мама, которая начинает кушать продукты, которые она хочет. Не все, конечно, не все и сразу. Но хоть по чуть-чуть, и уже мне будет лучше. Вот такое вот небо. Угадайте, кто бежал под дождем, и как только добежал до подъезда, он закончился. Вот, и я только что так бежала. Все, идем домой, нагулялись. Прячемся от солнышка. Опа. А мы едем в центр гулять. А? Говорю, едем гулять. Куда-то. В центр, наверное. Как хорошая погода, потому что передают уже ближе к вечеру дождь и грозу. Поэтому едем погулять, чтобы успеть от дождика. Запарковаться в центре практически нереально. Приходится стоять на аварийках и ждать, пока кто-то выйдет. Мы так делали на прошлых выходных. Вон, тоже такие умные. Ждем-с. Очень жарко что-то сегодня. Как-то я думала, попрохладнее будет. Малыша спрятали. Думаем, где-то в тенечке может сфотографироваться. Ну и людей уже куча-куча, да. Туристы уже наезжают, в кафешках все забито. Давно я в центре не была. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, отлично. У вас? И у нас. Мы нашли в центре Good Loot. Мальчики пошли стоять в очередь, потому что очередь огромная и стоит на солнце. Поэтому мы с Даней гуляем по парку и ждем, когда нам принесут мороженку. В общем, я как всегда в очереди в Good Loot. А Саша у нас где-то там в парке гуляет. Посмотрите на эти ножки-выглядушки. Милашка. Мороженка идет. 40 минут в очереди. Всего-навсего. И шо? Я капусту. Ням-ням? Взял. Не знаю, может ты там подолбаться хочешь. Нам не мешает. Вкусняха. И Димон топче. Ну як?
центре тут какой-то концерт. Кружки лежат, чтобы люди близко друг к другу не находились, но всем как-то, наверное, плевать. Ба-бам-бам, ба-бам-бам-бам-бам. Ба-ба-ба-ба-бам.